Вот в Лужниках что-то что-то происходит. Это слово спасение, там центр вакцинации. В Лужниках кругом полиция. Да, что-то это многовато слишком. Нагнали, да, кто это вообще, что происходит? Вот эти с красными, это кто? С красными, это, я не пойму, идут вот. Это большая спортивная арена, да, или малая? А, большая, что там происходит, интересно? Вы не знаете, что там происходит? А, укол делают? Это вот так столько народу на уколы. Это столько народу на уколы? Серьезно? Ничего себе. О, кажется, здесь таджиков вакцинируют, нет? А где этот центр вакцинации? Вот это или вот дальше? Пошли, надо было его спутать. Везде, все вот это, каждая машина. Везде, вот это, тут везде колят? Конечно. Ого. Ты что думаешь, там столько нагнать? Что творится? Да, блин, уже. Как вот их легко наебать, да, дураков, вот это стадо баранов. Да? А недавно проводили здесь этот концерт, битком была вот эта арена, да? Да, это не нравится. Они вот сказали, а это не ты говорят, блин, я там это. Вот центр вакцинации. Они, а знаешь, как это? Они говорят, а чего же, вот очереди. Говорят, а чего же, говорит, это? Ну, говорит, в кафе, говорит, нельзя, говорит, пускать, да, без QR-кодов. А говорит, на концерт 500 человек можно. Угу. Не понимая о необходимости использования средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. При нахождении на территории спортивных объектов комплекса необходимо соблюдать социальную дистанцию между посетителями не менее 1.5 метра. То есть мы с тобой при наличии температуры выше, чем 37,2 и других симптомов вируса рекомендуем остаться дома. Вот для чего эта вода была. Это для вакцинированных их вода бесплатная, да, Курна? Ясно. А это памятник погибшим на стадионах мира. 20 сентября, а 20 октября 1982 года в конце первого матча розыгрыша Кубка УЕФА между футбольными клубами «Спартак Москва» и «Харлем Нидерланды» в результате давки погибли 66 болельщиков. Вот им свежие цветы. Да уж.